Притяжательный падеж существительных, страница 9. Типичные ошибки. Комната девочек. The girls room. Пишется неправильно. The girls room. Mike's and Sam's sister. Mike and Sam's sister. В английском языке существительные имеют только два падежа. Один падеж ваш ребенок уже давно знает. Он называется общим. Это существительные в той форме, в какой они даются в словаре. Другой падеж называется притяжательным. Он показывает, кому принадлежит та или иная вещь. It is Anton's bike. Это велосипед Антона. Bike – существительное в общем падеже. Anton's – существительное в притяжательном падеже. Существительные в единственном числе образуют притяжательный падеж при помощи апострофа и окончания «s». The student's dictionary – словарь студента. My brother's toy – игрушка моего брата. Существительные во множественном числе уже имеют окончание «s». А второго окончания «s» им не нужно, достаточно просто поставить апостроф. The student's dictionary – словарь студентов. My brother's toy – игрушка моих братьев. Страница 10. Если же существительный во множественном числе не имеет окончания «s», то как и существительному в единственном числе ему требуется апостроф и окончание «s» – «my children's toy» – «игрушка детей». При упоминании двух имен, связанных с словом «and», апостроф «s» ставится после последнего имени – «учитель Олега и Ивана» – «Олег and Иван's teacher». Следует обратить внимание на порядок слов в русском и английском языках. Он не одинаков. Самокат Влада, ваз скутер, комната девочек, the girls room, тетради детей, the children's notebooks.